Как вот нас с Новым годом поздравили. Такой вот напиток какой-то. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будем сейчас смотреть, дегустировать, что это такое. Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенело свет. 2017 года, коньяк. Что же из этого следует? Следует жить. 2017 года, это ему уже 6 лет. С каждым годом он все крепчает и крепчает и крепчает. И дорожает, наверное. Я полагаю, что все это так, открывать или не открывать? Следует шить, ибо даже не знаю. Ну, посмотрели в интернете, около 4000 стоит. Оцените, как стоит его пить или оставить.